У Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї реакція на рішення Росії щодо проведення псевдореферендумів стала темою, яка звучить на всіх рівнях. Часто інші країни вибудовують свою політику, орієнтуючись на позицію Сполучених Штатів, тому так важливо було її почути. США не буде признавати такі так називаємо референдуми, якщо вони будуть проведені, тому що це видно попытка России легитимизировать свое вторжение и сказать, что это часть России. Если Россия проведет такие фиктивные референдумы и аннексирует часть Украины, все-таки США считают, что это Украина. Так же, как Крым — это Украина, Донецк — это Украина, Луганск — это Украина. І не будемо признавати результати. Якщо Москва таки доведе цей процес до кінця, то ціна буде великою, кажуть у Штатах. Варто чекати і посилення тиску, і нових санкцій. США вместе с нашими партнерами мы будем работать, чтобы укрепить меры, которые мы принимаем, чтобы Россия поменяла свое поведение. Это может быть санкции. Мы будем продолжать оказывать помощь Украине, оборонительную, гуманитарную, экономическую помощь. И будем оказать максимальное давление на Россию, чтобы Путин поменял свое решение вторгаться в Украину. Потому что то, что нам нужно делать сейчас, это положить конец этой войне, говорить на языке дипломатии, потому что только дипломатическим путем можно решить этой ситуации. Но то, что мы видим от Путина, то, что мы видели, когда он делал свою речь, это просто, что он говорит на языке агрессии. І ми будемо максимально робити все можливе, щоб міняти це. У Держдепі кажуть, рано чи пізно Україні доведеться провести переговори з Москвою. Будь-які війни мають закінчуватися розмовою про умови перемир'я. І зараз Штати допомагають Києву отримати під час цих майбутніх перемов найсильнішу позицію. Только дипломатическим путем. Вот это единственная возможность действительно положить конец этой войне. Но тоже, как Нед Прайс говорил, пока мы не видим, что Россия готова к этому. И вот они далеко не готовы к этому. Так что мы будем оказать Украине помощь, чтобы Украина могла бы занять самая сильная позиция на поле боя, что и потом, когда наступит время сидеть за столом дипломатии, Украина занимает самые хорошие, сильные позиции. У Держдепі запевняють, на Україну не тиснутимуть щодо того, коли та на яких умовах закінчувати війну. Это решение Украины, решение избранного президента Украины, президент Зеленский, как и когда положить конец этой войне. Водночас американська адміністрація вважає неймовірно важливим не допустити ядерної війни, в якій не буває переможців. Саме про це Джо Байден говорив тут, у Нью-Йорку, звертаючись до світових лідерів. Как президент Байден сказал, когда он делал свое выступление перед Генеральной Ассамблеей, ядерная война не должна быть, и это не может быть выиграно. И Россия, как ядерная страна, должна соблюдать международные нормы и не применять ядерное оружие. Вместе мы сильнее, и именно из-за этого очень важно, что президент Байден приехал сюда, в Нью-Йорк, и что мы можем иметь эти серьезные разговоры, переговоры с нашими партнерами, чтобы оказать максимальное давление. А головне, що ми почули, в американській адміністрації спростовують розмови про начебто втому від України і неготовність підтримувати, якщо війна затягнеться. І моя співрозмовниця від імені Держдепу США каже про це дуже чітко. Ми слышим много дезінформації со стороны Кремля. Кремль хоче, щоб всі думали, що нету согласия между странами на Западе, что люди устают от конфликта, не хотят больше помочь Украине. Но ситуация совсем наоборот, и позиция США совершенно ясна. США будут помочь Украине столько, сколько потребуется, чтобы Украина могла бы эффективно
бороться с российской агрессией, что Украина могла бы иметь мир, что украинский народ может жить спокойно, чтобы дети могут учиться в школах, чтобы люди могут жить в своих домах и просто жить. И США готовы помочь с военной помощью, помочь с экономической помощью и помочь с гуманитарной помощью столько, сколько потребуется. Из Нью-Йорка Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.